Сборную по мини-футболу встречают как героев. Главным помощником в приобретении спортивного инвентаря и формы для команды, а также финансирует поездки на все соревнования в Витязево авто. Аплодисменты для чемпионок от гостей и жителей Анапы, цветы и подарки. Такого триумфа в родном городе футболистки не ожидали. Нас очень хорошо встретили, мне очень сильно понравилось. Мы этого не ожидали. Фонтан эмоций, вообще так, ну, ощущения переполняют. Так, ну, я даже не ожидала. Думали, просто в автобус заберет, а тут такая церемония. Спортсменки завоевали серебряную медаль на всероссийских соревнованиях. Прежде чем попасть на этот турнир, прошли 4 отборочных этапа. А это значит, более 10 школ остались позади. Такой честью удостоены всего 40 команд. Девчонки из Витязева тренируются по 2-3 года. На такие серьезные соревнования поехали впервые. Даже и не надеялись получить высокий результат. На сильно высокий результат первоначально тоже рассчитывать было сложно. Ну, а уже потом, когда вышли в финал, конечно, хотелось первого места. Не хватило совсем чуть-чуть. За 5 минут до конца матча вот пропускаем такой вот гол, обидный вообще. Девчонкам всего по 11-12 лет, но они уже серебряные призеры всероссийских соревнований. Своими победами они обещали радовать и дальше.